Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хотел бы посоветовать вам канал своего подписчика. Его канал называется Егор Мершавка. Он делает стримы на проекте Amazing Roleplay, на первом сервере, где как раз играю я. Но, к сожалению, на его стримах очень мало людей, поэтому, пацаны, я вас очень прошу, давайте его поддержим, подпишемся на его канал, ссылочка на его канал будет в описании. Давайте дадим ему такой толчок, чтобы он продолжал делать стримы, возможно, начал снимать серии. Поэтому, пацаны, обязательно подписывайтесь, повторюсь, ссылочка на его канал есть в описании. Поддержите его, пожалуйста, я вас очень прошу, и можете на стримах ему писать, что вы от меня. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня с новое видео. В этом видео я покажу, как улучшить графику на любом сервере проекта VGTAC RMP. Я давно вам обещал это видео, примерно месяца 3 назад, но сегодня наконец-то я снимаю это видео. С вас обязательно лайк и не забывайте подписываться на канал. Показывать я это все буду на первом сервере проекта Amazing Roleplay. Также не забывайте, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Roleplay. Я забыл сказать вам самое главное, то что это улучшение графики вы сможете поставить всего лишь за 1 минуту. Это все делается быстро и легко, но об этом чуть позже. Давайте вообще вам покажу, как работает это улучшение графики. Лучше всего улучшение графики видно в каком-то интерьере. Я думаю, увидите то, что очень все так проработано, красиво. Что вообще дает это улучшение графики? Оно делает очень качественное и хорошее сглаживание текстур там и так далее. Поэтому давайте также покажу, как вообще проверить, работает у вас улучшение графики или нет. Но я думаю, вы отличите обычную криминалку с улучшением графики. Заезжаем на пыль, у нас, видите, машина так видно ее. Вот так вот видно машину, и это значит, что у нас работает улучшение графики. Видите, такие сглаживания, такие видно тени машины, и из-за этого видно, что работает улучшение графики. Ну а так, именно полностью все становится красивее, качественнее, машины, текстуры там и так далее. Поэтому всем советую установить это улучшение графики. И забыл сказать самое главное, то что для улучшения графики нужна видеокарта NVIDIA. Любая видеокарта, данное улучшение графики, FPS вообще не хавает. У вас сколько было FPS, до этого столько и будет. Давайте переместимся на рабочий стол, и я вам все покажу, как это установить. Ну что ж, вот мы переселились на рабочий стол, и первое, что вам нужно сделать, это просто скачать программу NVIDIA Inspector. Ее можно скачать по ссылкам в описании. Я оставлю ссылку на Яндекс.Диск и оставлю также ссылку на Google Диск. Качайте оттуда, откуда вам просто удобней. Я давайте скачаю, допустим, с Яндекс.Диска, просто берем, нажимаем скачать. Потом берем, открываем папку, получается, с загрузками, где у вас скачалось оно. Вот, получается, NVIDIA Inspector. Просто открываете эту папку и выбираете вот это вот, NVIDIA ProfiLens. Вот, вот так вот оно называется, просто нажимаете и открываете его. Ждете, пока оно откроется, и у вас появляется вот такая вот тема. Да, забыл сказать, что когда вы будете это все устанавливать, игра у вас и мультиплеер должна быть закрыты, чтобы это все установилось. Так, что мы делаем? Вот здесь вы должны написать название игры. Пишем вот GTA Криминал Россия, чтобы у вас это все работало. Вот, вот так вот написали, вот так, точь-в-точь, как я написал, вот так вы тоже должны написать. Потом, что вы делаете? Вы делаете некоторые параметры в первом пункте, вот, выбираете здесь параметры, вот так вот, и здесь выбираете, получается, вот, Arma 2, вот, именно делаете все как я, то у меня стоит, так само делаете у себя, вот здесь выбираете Arma 2, потом, вот здесь вы должны выбрать Sims 2, тоже открываете вот так вот, ищите и выбираете вот Sims 2, выбираете все, в первом пункте вы больше ничего не трогаете, потом листаете вниз и выбираете уже пятый пункт, вот, именно вот этот пятый пункт, вот, называется он Common, Common называется пятый пункт, и выбираете здесь тоже некоторые параметры, выбираете вот, тоже нажимаете сюда и выбираете вот этот параметр, вот именно вот этот. Потом здесь тоже нажимаете и выбираете тоже вот именно этот параметр. Все делаете как я, то есть вы ставите 2 настройки в первом пункте и 2 настройки в пятом пункте, больше вы ничего не трогаете. Потом вы нажимаете вот эту волшебную кнопочку, и у вас это все начинает работать. Потом просто закрываете программу и заходите, получается, в игру. Просто заходите в игру, и у вас все будет работать. Со временем, пацаны, эти настройки улучшения графики могут сбиваться там через неделю, там через 2 недели. Просто потом заходите обратно
в эту программу, делайте все то же самое, и у вас это будет работать. Надеюсь, вам помог. Повторюсь, все ссылочки будут в описании. Поставьте обязательно лайк. Повторюсь, чтобы у вас работало улучшение графики, у вас обязательно должна быть видеокарта NVIDIA. Просто любая видеокарта потянет это улучшение, но именно видеокарта NVIDIA. Поэтому учтите это. Все, всем спасибо за просмотр. Вводите мой ник, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.